Под Одессой два человека пострадали из-за взрыва бензовоза на территории нефтебазы предприятия «Сакар». Ожоги получил водитель бензовоза, который успел выпрыгнуть из горящего авто, и еще один сотрудник предприятия. Причины пожара устанавливаются, но предварительно возгорание произошло из-за неисправности автомобиля, а затем прозвучал взрыв. На одесском заводе «Сакар» взорвался бензовоз. На данный момент известно, что есть пострадавшие. Водитель автомобиля успел выскочить из горящего бензовоза, однако получил ожоги. Пострадал еще один сотрудник нефтебазы. Обоих мужчин, которые получили ожоги, увезла машина скорой помощи. Цистерна охвачена полностью огнем. Также запорная арматура, переливная арматура и эстакада, под которой находилась автоцистерна. Общая площадь пожара составила 100 метров квадратных. По месту вызова было организовано два оперативных участка по охлаждению емкостей, а также запорной арматуры и также подачи и организации пенной атаки. Пострадал водитель, а также один из работников базы с различными степенями тяжести были госпитализированы. Пожар, по словам очевидцев, затушили в течение часа, но возгорание было такой силы, что пламя и клубы дыма были видны за несколько километров от места происшествия. На предприятии ЧП не комментируют, но главная версия – возгорание произошло из-за неисправности бензовоза. В тушении пожара приняло участие свыше 60 человек.